Добрый день, скажут всем, Шишкин лес может стать чудесным день. И без чудес может стать добрее мир для людей, если станем мы немного добрее. Так, добрый день, ребятки. Что такое? Ой, енотыч! Что? Ой, не могу! Зубок совершенно разучился в футбол играть. Ну, это с каждым бывает. Вот он немножечко потренируется и еще будет призы получать. Ну да, пока он получает только баранку. Слушай, а у тебя случайно на кухне баранок нет? Повесить бы на ниточку и вручить ему. Баранку, говоришь? А что ж в ней смешного? По-моему, баранка – это очень даже неплохо. Ну, енотыч, баранка – это просто ноль. Ну, так говорят. Да слышал, что так говорят-то. А вот раньше на Руси даже заморские гости получить баранку считали большой честью. Вот так честь! Баранку съесть! Коксик, Коксик, придется отправить тебя в кулинарное путешествие в прошлое. Узнаешь много интересного про баранки. В путешествии? Да. А, так я всегда с большим удовольствием. Я объездил много стран, полуостров Индостан, Африку, Америку тоже посетил. А теперь я на Руси. Что же отсюда привезти, чтобы никогда ее... Ой, кто в гости пожаловал? Не как сам заморский гость, знаменитый путешественник Кататти Коксанатти. Добро пожаловать на нашу русскую землю. Здравствуй, князь. Всегда приятно у вас в гостях побывать. Но сейчас я ненадолго проездом. А далеко ли путь держишь, Кататти? Далеко. Решил объехать земной шар. Хочу на мир посмотреть. Что ж, дело хорошее. Чем могу помочь знаменитому путешественнику? Из каждой страны я привожу какой-нибудь кулинарный сувенир. А, понимаю, понимаю. В память о путешествии. Ну да, и в дороге пригодится путешественнику любая вкуснота в радость. В знак особого уважения подарю я тебе наше русское кулинарное изобретение. Ой, спасибо. Эй, слуги, а ну-ка принесите-ка во дворец баранок. Баранок? Каких еще баранок? Нет, боюсь, князь, что вынужден отказаться от твоего подарка. Из всех животных у меня на корабле только попугай живет. А бараны мне ни к чему. Путешествие у меня длинное, да и место на корабле для баранов, ну, не предусмотрено. Да бараны здесь ни при чем. Я же сказал, баранки. А это что за чудо такое? У нас их раньше обваранки называли, потому что их кипятком обваривают, замачивают. От этого они еще вкуснее становятся. Обваранки? Ой, какой сложный язык. Но позже в народе их стали называть просто баранки. Да, они впрямь на рога баранов похожи. Круглые такие. Вот-вот. Ну что ж, дарю их тебе. В дороге пригодятся. Спасибо. Где бы ни был я, друзья, не могу я их забыть. Хорошо мне даже в джунглях чай с баранками попить. Чай с баранками попить. Енотыч! Что ты? А что я узнал? Раньше-то, оказывается, не было ни одного путешественника, кто не брал бы с собой в дорогу баранки. Ну, еще бы. Они не портятся долго и очень вкусные. Да, пожалуй, я зря сказал, что в баранке ничего хорошего нет. Ты, Коксик, прежде чем что-нибудь говорить, подумай хорошенько, а то ведь и обидеть кого-нибудь сможешь. Да, я, наверное,
Зубка обидел. Пойду с ним помирюсь и позову его чай пить с баранками. Вот это правильно, да. Только давай с ребятами сначала попрощаемся. До вечера. До свидания, друзья. Всего доброго.